Накануне это видео с дымом Сотникова наделало много шума в интернете. Люди возмущались, некоторые по привычке ругали власть. А в газете номер один вышла статья на эту тему. Сегодня там функционирует структура ИП «Тонконогов». Компания «Байкал Экосервис». Это предприятие известно тем, что занимается утилизацией отходов высокой степени опасности. При внимательном рассмотрении можно заметить, что видео сделано летом. Несмотря на это, на место отправились представители Общероссийского народного фронта, Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. На момент проверки, получается, нами были поставлены вопросы, на которые мы не получили ответы у представителей этих организаций, то есть касаемые наличия документов на мусоросжигающие установки, касаемые наличия плановых замен фильтров. Также не были получены ответы на ветошь, обнаруженную на территории предприятия, которая имеет определенный третий класс опасности, должна быть своевременно вывезена с территории предприятия. В ходе проверки установлено, что на предприятии осуществляется обезвреживание медицинских отходов термическим методом путем сжигания в специализированной установке. Оценка качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки в зоне влияния выбросов от указанного предприятия будет дана по результатам лабораторных исследований. О результатах проверки мы обязательно сообщим. Юлия Туманова, Жаргал Артынеев, телекомпания АТВ.